Волейболисты Югры Самотлора готовятся к выборам президента России. Сегодня они в полном составе посетили территориальную избирательную комиссию Нижневартовска. Дело в том, что 18 марта команда будет находиться далеко от дома. В Уфе Самотлор сыграют матчи переходного турнира с местным Уралом. Здесь же волейболисты исполнят свой гражданский долг. Чтобы сохранить это право, они получили специальное разрешение. Кстати, подобным правом может воспользоваться каждый гражданин России. Подробности у Алексея Шабанова. В полном составе, привычным маршрутом. Правда, на этот раз не на игру Суперлиги, а в избирательную комиссию. Чтобы принять участие в выборах президента России, волейболистам Самотлора нужно написать заявление. Проверите, пожалуйста, паспортные данные. Проверите. Пойдемте пока ко мне. Все верно. Подождите секундочку. Капитан Самотлора Дмитрий Козлов зарегистрирован в Ярославской области. Однако по месту регистрации он ни разу не голосовал. Жизнь профессионального спортсмена – сплошные переезды. Вот и на этот раз он будет с командой в Уфе. Однако это не повод пропускать выборы, считает Дмитрий. Это очень важно, потому что у меня есть дети, у меня есть семья, родители, которые живут в этой стране. Так как будет она развиваться, то, что будет происходить, это немаловажно. Для меня это имеет большое значение, кто будет лидером страны и кто поведет страну за собой вперед. Перед президентскими выборами в России значительно упростили процедуру голосования не по месту регистрации. Теперь не нужно брать открепительное удостоверение. Достаточно написать заявление. Избиратель, который зарегистрирован в одном месте, а на время выборов, то есть 18 марта, будет находиться в другом месте, может подать заявление в любой территориальной избирательной комиссии нашей страны или в любой участковой избирательной комиссии, в МФЦ или на портале госуслуг. И обозначить то место, где он будет находиться в день выборов, 18 марта. Его с помощью заявления прикрепят к данному избирательному участку, и он сможет там проголосовать. На избирательный участок волейболисты также отправятся всей командой. Здесь, как и на площадке, главный принцип – один за всех, все за одного. Правда, он не распространяется на право выбора. Каждый волен голосовать за своего кандидата. Нельзя такие мероприятия пропускать, потому что это как бы гражданский долг каждого гражданина, каждого россиянина – повлиять как-то на ход событий, на развитие своей страны. 18 марта перед Самотлором две ответственные задачи – принять участие в выборах президента России и хорошо сыграть с Уралом. От успешного выполнения обеих зависит будущее страны и команды. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.